поплачьте о моей несчастной доле. Я спал с хозяйкой, ел парной лосось, пока не появился Анатолий, голодный, холостой молокосос. Он курит свои яблочные сишки, везде сует свой любопытный нос и носит неприятные усишки. Ну просто крыса, крыса-альбинос. Когда он в первый раз пришел с цветами, я сразу понял, это не к добру. Под видом романтических свиданий сожрал балык и черную икру. Сожрал креветки, устрицы и шпроты. Сожрал матье заливкой на меду. Сидит дородный и широкоротый, и в этот рот кладет мою еду. Хозяйка без ума от наглой крысы. Она с ним деликатна и нежна. Не потому, что любит белобрысых, а потому, что крыса не женат. Он починить не может 3 недели разодранного мною косяка. Не так уж, кстати, он хорош в постели. Я наблюдал и время засекал. С досады я 5 раз кончал с собою. И 5-й раз, ну просто на ура, демонстративно обдирал обои, жрал кактус и ложился умирать. Теперь она мне подрезает когти и называет шизанутый кот. А раньше называла сладкий котик, и я справлял с ней вместе Новый год. Вы думаете, я сижу в коробке, как госпожой отвергнутый вассал? Я все углы и все перегородки в квартире на себя переписал. Я собственник, такая уж природа, не запереть природу в туалет. Лицензия действительно 2 года, хотя, пардон, действительно 5 лет. Диван, кровать, паркет, журнальный столик, на всем теперь сверкает мой патент. От описи не скрылся Анатолий, голодный, неженатый импотент. Зубная щетка и зубная паста, рубашка, модный шмот и модный шуз. Пусть только эта тварь достанет паспорт, и в паспорте я тоже распишусь.